Делюсь с вами своим полезным приобретением. Это такая складная LED-лампа, люстра, цветок. У нас она продается в светофоре. Светит она просто шикарно. Вот так вот она раскладывается. На цоколе есть колпачок защитный. Вкручивается в обычную лампу. Ну, в обычный цоколь. И раскладывается. Имеет три режима раскладывания. По энергозатратности 40 Вт. Освещение как 6500. В общем, в отличие от обычной лампочки, эту лампочку можно использовать, прям в цоколь вкручивать и использовать как люстру. То есть вместо лампочки Ильича вкручивается вот такая вот штуковина. И вот вам и люстра. Я снял плафон со своей люстры, поставил просто лампочку, вот эту вот, и так и оставил. И выглядит довольно эффектно. И освещает просто идеально всю кухню. Вот она вот так вот режим, можно потусклее сделать. И можно совсем закрыть. Использовать как, например, какой-нибудь ночник. Или слабый свет. Кстати, освещает как лампочка вот в таком закрытом. Да, как обычная лампа. Как обычная лампа. А когда она полностью открыта, то она освещает идеально все пространство кухонное. Хочу такие же поставить в комнату, в коридор. В общем, рекомендую.